Не знаю. Пока идем так. Так что, если кому-то вредить надо, смотрите, договаривайтесь там, ну, чтобы это было, ну, заранее. Офнул Буребека, пока у него там, блядь, активация, он забывает выключать. Надо, сука, отнять вот эти права у вас на активацию, блядь. Мы в гостинке, если что. Здесь у всех это. Ну да. А, кстати, надо было в 25-ку, ну, в рейд, в канал. Да поебать. Кого мы боимся? Не, мне, конечно, приятно, что вы меня третий раз умоните, но я уже в инсте. Этот судорога только офнутый. Ну чё, 24 часа. Это... Вышел от дома, включились. Я понял. Это самое. Идите трэш, хули, мы стоять что ли пришли или чё, бля? Вы как думаете, блядь? Сейчас разбафали, теперь идем. Это он первый ворвался, что ли? Сдох. После танка, но... Ладно, поэтому. А, ты в ДД? Ой, ебать. Вы знаете, что такое это... Ролить на хиле, нахуй? Это пиздец. Ну-ка. Пуэм. Глаза разбегаются. Да нет, глаза не разбегаются, блин. Не почилить нихуя, не послакать, блядь. Один кем встаньте. Ну смотри, сейчас я подойду, дам гнев небес. Опа. Передышку дал такой. Что-то у Куплинова стал смотреть этот. Ну, сейчас перед рейдом. Как он называется-то? Dark Pictures. Темные картинки. Там какая-то новая. Я Куплинова называю. Куплинов. Куплинов. А я говорю Куплинов, нахуй, мне похуй. Не, вот это реально, ну не рофл, типа, это я реально, мне так удобнее его называть. Типа, это не то, что Талдаром Валан и Рыки лезет, блядь. Немножко, блядь. Не знаю, почему так, ну. Но... Наксрамас, я слышал. Ну так а чё, Наксрамас, что ли? Наксрамас да, нормально звучит, а как... блядь. Нет, похуй вообще. А Седжу как? Седжу или Седжу, нахуй? Правильно, первый раз слышал. Дед же, да? Просто заткнись. Давайте, блядь. Ну, я бы его называл Босяк. Босяк. Тише, тише, пена. Пена? Пена, блядь. Я бы жесткий, ну. Короче, вы имейте в виду, там, пока вы идете до Синдры, вспоминайте тактику. Ну, не дай бог, сука, кто-то будет хуйню с... Там, ну, блядь. Полутаетесь. Заниматься хренью. Нам углы бы сбежаться надо, я слышал. На месяц вперед налутаете, блядь. Это проверка на Геру. Будете, блядь, ловить всякую парашу, я уже буду видеть, кого в Геру не брать. А если будете отлично играть, если у нас два рейда будут хорошо играть. Ну, допустим, вот... Бегитесь ближе. Сейчас что у нас? Сейчас вот 17.06, да, по МСК. Наша задача за 2 часа закрыть это говно. Давайте. На ЦЛК, короче, буду давать 2 часа. Если закрываем, ну, сверху давай 2 сотки прибавлю. Чего, ГП? ГП. Да. Так, в третьего кто-то прыгните танка, а то я чувствую, там хуёво будет. Или затанчат они. Их по 70 тысяч. Затанчат вдвоем. Ну, если ты их удержишь, то затанчат, конечно. Давайте нормально удержим. Похуй. Ну, по если... 70 танч. Да, давайте вдвоем будьте. Остальные вещи, короче, давай это попробуем. Самое... Давай этот, домосед, я не знаю, ну-ка сейчас давай смотрим, посильнее он. У него 65-й, у него гир посильнее. Ты считуй, короче, хукмастера, на нем автоатака еще будет. Азор, ты считуй Лингрена тогда. У тебя чуть гир послабее.
И камни тебе надо 30-ник ставить, а не вот эти 20-ки. На будущее. Скидки в танка же, да? Нет. Так, Кухмастер и Лингрен. В два танка. Да? Пробуем. Где у меня рыба, блять? А чё бой висит? Что, вначале моба не убили? Пошли моба бить. Рыбу не могу поставить. Смотрите, какой моб загрелся. Меня интересует ДПС рейда. Дай бог, если меньше 300 будет. В принципе, там такие челики. Вот только Саша, не знаю. Белфаст вроде не очень много дает. Злобный не так много. Судорога тоже не видел. А тот моб тоже, да? Не знаю. Теперь да. Посмотрим. Да. Тоже, тоже. Теперь да. Ну, до этого не был. Я его сагрил, то вдруг он в бою был. Так, рыбу сейчас поставлю, добежим. Та-дам-там-та-да-да-дам. Это программа таксистка. Хуяска. Ты там что, тоже думал, что ли? А, говорил, телефона нет, пиздоболска. Я там прикол дышал. Сладенького сплифчика чисто скрутил. Так. Пачи маняне, дабл эппл. А чё, блять, во чё, ебать? Это твои носки воняют. Хуяска. Чё? Это вопрос, это предъява. Это вопрос. Это предъява, хули. Чё, погнали? Там шаман бежит. Проверка. Пробнет. Да, там два человека, определились, кто лучше водить будет. Если не определились, нахуй, то выбегайте с лужи просто. Кто в луже сдохнет, сразу сотка, нахуй. Имейте в виду, блядь. Даю отчет. Приятно. А ладно, до свидания. Я вижу, какие вы бичи. Вот жрец из Орда, и захитите его. Щиток ему дадите. Ставь тотем Мидар Гимноману. Выходите, слушай, сука, быстрее, блядь. Ревность не прокнет, там скажешь. Угу. Парам-пам-парам, сука. Это программа, в которую не надо платить деньги за то, чтобы ехать. Здесь надо платить за то, чтобы выйти, понял? А, ебать. Сдал прожимы, как бич. А, похуй.
все-таки пошли, да? Домосец. Ладно, злобный, залей позор, Дуинер. И Саш тоже по нему же. Ну сука, ну разбей этих опала, алло, сука. Ну что, блядь? Да не, спокойнее на самом деле стоишь, вообще не паришься, не блядь. Одну кнопку тыкаешь. Вообще похую, блядь. Две кнопки, еще КП же начисляю. Добивайте. В натуре, блядь, забыл про КП, блядь. Точно. Там на трэше осторожно, ну, все идите, кроме... Кто там? Кроме Хрюка его, да, на трэш. Мы позырим, что в боссе. Так, подарочки в рейд, зорд. Ну, всех сочивай. Нету осколка. Щит, нету, хорошо, сейчас я вот переставлю на этот. Оп. Щит, значит, в аддоне. Чё там? Кому надо? Так, Кирсори не надо. Белфаст надо, нет? У тебя какая-то параша 258. А, у тебя он это самое, с дыркой нормальный. Лингрен распыл, да? Угу. Пояс неплохой такой. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Так. Значит, одеялка ГЦ. Сколько у меня тут? А, 200, да? Ну это санина надо кому-то, вот это. Чё это вообще, блядь? Это распыл, короче. Бесполезная хуйня. Чё, я бегу. Грит я Лингрену закидываю всё. Это чё, пишите или говорите? Вот эту магию можно диспелить там. Постоянно я диспелю. Единственный, наверное, из всех. Это... Да, иногда так мне кажется, что я единственный диспелю. Вообще, просто некоторые люди играют не на 100%. Пришли, блять, вала поебать нахуй. Мне еще нравится, когда в ТТГ на собаке РДД встают, это... Я не знаю, набираю кринжу нахуй 12 метров, блядь, и расходятся по всем углам карты. Тогда у меня по кайфу нахуй сразу становится. В десятке, что ли? Не, в 25-ке. У нас обычно бывает такое. Два компа встанут, ебать, и сидят, кукуют. Я скажу дисплей за каждым. Ты имеешь на Гаганаше, наверное. На Гаганаше? Да, на Гаганаше. Это вы что делаете? Это минус милик есть, и чё? А чё вы танки, ну, уснули нахуй, или чё там? Ну, блядь, чё это за хуйня? Да я, бля, хотел помощников сагрить. Забрали у меня. А получилось пиздец. Забрали у меня просто, вот хук забрал. Ну остальные, ну у вас же есть, вот у Хрюка оковы есть. Ну я не знаю, у вас же есть какие-то обилки, блядь, остановить этого помощника. Пиздец, ну чё, бегите быстрее. Время идёт. Помощник в рейде, если что, ну он сейчас просто 30 человек убьёт, нахуй. Отойдите от него, сука. Вы что, совсем суицидники, блядь. Сейчас подождите, люди придут. Давайте, блядь. Давайте пожрем еще, вот рыба. Пауков после рыбы побьем. Быстрее добегайте сюда. Это, ну, по сторонам, ну давай. Хурюк со стороны с правой. Хукмастеру гриппанешь. Хукмастер справа, сейчас метки поставлю. Вот хукмастер в кружке. Твои три моба, Хурюк тебе гриппанет моба, а Лингрен слева. Лингрен. Что ты хочешь, Саш? Вовремя. Хочу пиццу. Чё тех двоих, ты про что, Хукмастер?
О, второго загрели, нормально. Давайте мы сейф, у кого есть. У всех шакальный шрифт в ДБМ от Адмирал? Возможно, бывает. Можно поменять-то. Только потом. Вот ноги выпали. Так, ноги, говоришь, где, в пауке? Да. Походу, да. Ага, вижу. Да ёбаная, сука. Двигается это. Так, отпивайте ману. Так, поняли, да? Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Справа роги все трое, там на двух, на хокмастера на пулите этих трех-четырех мобов. Проверка. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, Грин, чутка поближе подтягивай, чтобы до хукмастера достал. И хукмастер поближе к кружку подводи мобов, чтобы до вас двоих, ну, вас двоих хилил я одновременно. А. Все нормально. Контроль сейчас, смотрите. Саша или злобный? Вихрь с вас. Не вижу, где вихрь. Вот. Только быстрее кастуйте его. Звездочки и кружочку поближе мобов подтягивать, чтобы это. Вот. Дал стан одеялки. Ну что, подъебало зашли? Теневой колун, два бича. Мне просто интересно, вы чем думаете? Радейская вспышка. А, вспышка? А, да, 14. Я встать могу. Ну, кирсори, теневой колун. Ты вставай, ты вставай. Скифка, ну в чем проблема, блядь? Вы что, ну. Два вара, нахуй. Вы же, сука, в латах, нахуй, вы не должны так умирать. Охуеть. Вот же. Они ДПСят вообще, гляньте там. Мага. Где вихрь? 9 и 10к ДПС. Ой, вот же ресы скифку. Саша, ресы и кирсори. Вставай. Чё лежишь? Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Давайте Геру. Контрольч. Убрали просто. Уборщики, блять. Spirits. Это медленный контроль у людей. Вот зеленые духи, нахуй, бежим. Вот, Седжу, как дела у тебя там? Spirits. Я так подозреваю, не очень, да, блядь? Духи зеленые, бегайте, нахуй. В Гере они 30 тысяч вокруг на 30 метров дают. Пока что Зорд и Миддарк. Как прием слышно, нахуй? Алло, блядь. Это нельзя ловить. Нельзя, сука, нельзя, блядь. Не ебланьте, блядь. В Геру не попадете с такой игрой, нахуй. Да я не вижу, что, блядь. Хукмастер, молодец, взорвал духа, блядь. Spirits.
Не пишите ничего во время трая, духи летают, вы чё, блядь? Я писал. Spirits. 5 стаков забирай. Саш и Кирсури взорвали духа. Вы тоже не видите это говно летающее? Два духа, блядь. У них, значит, не стоит. Да похуй, там стоит, не стоит. Духов-то надо видеть. ТБМ же орёт. И когда не стоит, вообще хуёво, на самом деле. Ну, это, кстати, да, согласен. Смотрите, блядь, там... Рога, ой, блядь. Рога оленя похавать, и там, я хуй знает, раз не стоит. Ну, ещё струя бобра помогает. Ой, блядь, Геншина или выхилил. Блять, кто тебя... Блять, Геншин, кто тебя хуярит? А, блять, у меня залагало нахуй, все. Ты в лужу поди был, да? Ну да, я это... Я залагал просто и все. Я не понимаю, что у меня происходит с игрой. Тебе за сколько? Так. Штаны хантовские или энховские, хуй знает. Есть энхи в рейде? Распыл закидываю. Голова на танка. Интересно, у меня такая есть? Кому не надо, блять? Возьму. Нету осколка, да? Не-а. Интересно, какой квест сегодня на... Целка. А мы же были... Ну, вы же были. На чумку, по-моему. Чума, по-моему. Ага. Ну-ка, злобный... Талмивен стоит, да? Да. Ты, получается... А туда же можно подписывать, по-моему, бафы. Да все можно, да? Ну, я не записывал на парень. У меня как-то слетало один раз, я потом снова не записывал. Нихуя. Ну-ка, фернём его. Нихуя, прикольно. Так, ну Хокмастер туда полетишь, Лингрен тут. С ним остается, пускай. Седжу. Ну и криптолк оставайся. И Дера туда летай, бей мага. Все остальные ДД мага туда бить, кроме тех, кто пушит. Все хилы, это, хилим Хокмастера. Так, ранец. Дарк, скифка. Блять, ну ты где, скифка? Чё это за хуйня? Ай, блять, улетел. Улетел. Ты в Дисси зайдешь, нет? Или чё там? Я не знаю, в Дисси он нет, говорит он или нет. Похуй, запускаю, короче. Пиздец, столько этой хуйни нахуй не нужны. Так, щит правильности выкинуть нахуй.
5, 4, 3, 2, 1. Интересно, скинет меня, нет? И не скидывает, заебись. Хукмастер летит туда. Расмакивает 2 секунды. Все полетели, остальные. Мага бить сейчас. 2 секунды. Еще маг вышел. Три пушки стреляет. Не знаю. Если так, то это хуёво. Да, да, третья молчит. Ну а какого хуя она молчит? Мне просто интересно. Оп, все, залезли. Ну что, блядь, считать разучились, ну. Или в пушке. Что-то желающих обычно дохуя в пушке. Но в очередь стоит. Иногда. Так, шаманы и Оджи, и Геншин, это, давайте по Хукмастеру посильнее начинаем играть. Фулл спамим. Короче, есть еще такая херня для танка. Чтобы Мурадин стаки не копил, можно поставить, короче, тринку на уклонение. Ну, та, это, блядь, которая с этого... с хмельного фестиваля. Она 1000 уклонения дает плюсом. Хуй попадет. Ну. Борис, хрен попадешь. Да-да-да. И стаки скидывается. Резкий, как удар молотом. И жесткий, как удар серпом по яйцам. Три, тысячи хп. Блин, так неинтересно стрим смотреть, никакого экшена. Так это только начало, блин. Я уже засыпаю, блядь. О, нихуя, я на 10-м месте, ну. Пойдет. Накрутил на трэше. Ча диван ебану на лане, нахуй. На МТ, нахуй, блядь. Вот тебе и экшен. Пиздец, там будет экшен, блядь. Никаких ГПшек, блядь. Никто не возмущается, не ругается. Как-то скучно, блядь, проходит рейтинг. Любите, ребят, с пола. Че ты можешь это... А? На сколько поставить урон? Да, могу. Да я даже спекнусь, нахуй, ёбана в рот. Сейчас будет там экшон, нахуй. Я ебал. Я в заметке хилить будешь? Не-не. Да, конечно, это рутина какая-то, одна пускай, кнопка. Пускай они там чилят, нахуй, на хиле. Я подамажу, наконец-то. Так, шо, блять. Добавлю вам экшена, да? На натуре, блять.
Двое перчаток, этих, двое запов, нахуй. О, нихуя себе. Оскол. Ага. Сейчас дойду до этого. Сломать все. Интересно, пятнашку дам? Че, блять, нараспыл, что ли? Все, я понял. Две пятнашки. Ну и эта хуйня, голова тоже обоссана на распыл. Я забыл уже, как дамажить. Так, хурюк. Так. Какая ротация там на ретрика? Ну-ка поднапомни. Вспышка света, свет небес. 1, 2, 3. Если у тебя Т4 есть, это за... есть? Это, да, да, 4 куска. Ну, с правосудия начинаешь и поехал. Это, заходите, кто там замена? Есть кто? В игре? Кто там? У нас вылетел вар. Вот, Invisible. Бидон, я не знаю, тут это хилы есть, но я хуй знает. Брать бидона или нет, или чё? Бидон, тебе надо что-то с инста, в смысле, ну шмот какой-то. Так, чё там? Травма. Давай, Invisible, ты не против, если бидона возьму? Давай. Бидон, ты где там? Не приглашается почему-то. Ебаните шкаф пока. А, вот шкаф есть. Все, приглашается. Дальше он тогда похилит с вами. И свичнусь. Если вдруг обосретесь, там похилю. Так, рыбу, говорите, надо, да? Чё мне интересно по фласкам тут? А, мне выучено. Ну-ка давай-ка, блядь. Хукмастер, побить хочешь? Ну, можно и в одного танка, если хотите. Оно нужно. Ну, типа... Не знаю, просто подольше бить будет. Ну, смотрите, я не знаю. Хилов там сейчас 5. Это, хилы есть у кого-то ДД? Такой приличный. Хотя бы десятку, блядь. Кот. Ну, Элем. Сколько в Элеме даешь? И в коте сколько даешь? Ну, Элем, наверное, сильный должен быть. 12-14, а в коте что? Давай, это, Элем, спекайся, а кот оставайтесь, 4 хила. Вот, Элем, спекайся. А танка пускай 2 будет. Так, ну пока вы ману отпиваете, нажимайте да, сейчас способ запускать, пока минуту пройдет там. Злобный Мидарк. Не запускаю. Че вы там, готовы, нет? Какой рога понапуливает на воина, блять? Хочу дать 16к нахуй. Есть нормальный, который может 16 тысяч дэмэджа после того, до того, как умрешь, да? Может это? Крипток тебе даст. Крипток понапуливаешь? На войда? Только первый на танков давайте все равно. Чтобы у него нормально набралось. Да... Да и похуй. Ты имеешь в виду на... без разницы. На плюс 4 хватит. Секунды. Нет, там, ну, все-таки лучше 10 секунд. Шам за шмотом улетел. Все, суманули его. Надо было это. Так, все готовы, запускаю. Да, посмотрим, да. Че там, какая ротация, говорите? Ну, начинаешь с правосудия. А, так, это я помню. Если у тебя печать, получается, стоит 264-й манускрипт, а что там, ну, продолжаешь, короче, удар воина света, буря и поехал. Uh-huh. Все остальное по КД. Ну, потому что тебе надо поддерживать баф, типа этот, который силу дает. Uh-huh. 5 стаков суммирует. Uh-huh. А все остальное по КД, смотри. Ебать, у меня ретрик ущербный, сука. Весь 45-й, блядь. В 258-м в шмоте с ИВК, блядь. Такая дичь, блядь, пиздец. С глорой, блядь.
Пиздец. Зато колба есть, да. Да. И выбор героический. Я же ходил им, блядь, играл. Танчил в основном, хилил, блядь. Потому что никто не умеет ни танчить, ни хилить, ну. Что-то вот вторая аура у кого-то стоит на броню, ебаните, вот у меня третья. А крылья вообще перед правосудием прожимаются? Или как? На крылья тебе сразу в Т4 дадут тройную бурю сразу с прожимки, ну. И потом каждые 10 секунд. Сразу прожимаешь крылья правосудия и поехал. Ну, что-то прожал, короче, не знаю, что получится. Забирай, забирай. Что такое табак? Ну ладно. Забирай. Так, что там получилось? 17к. Что-то я... Нихуя себе. Блин, жесткий тип. Ну, неплохо, но... Ну, с колбой-то хорошо идет. Да я раньше 14,5 давал, нахуй. Что там поменяли, наверное. Да... Завоеватель. Вот нами дарк тебе в подарок. Защитник. Квест не забудьте взять. Плащ на хила. Пули пристер дру. Ну вот же надо. Топяшитесь. Ну и хильте так впятером. Чё?
плавно так съехал. Ну хули. Ну а что, если циферки идут, да, почему бы и нет? Да ебать, такие циферки, блядь. Шем надо делать. Правильно. Когда-нибудь. Вальку, если что, сходу цепляйте. Жирный бьет, ДД, прием. Уже не бьет. Уже умер. Че, Валька есть, нет? Вон сразу. Цепанул. Ничего не будет кастовать, я понял. Ну отойди ты оттуда, сука, блядь! Ты чё там, Биг, да? Так пиздуна. Чего тебе? Я думал, у меня микрофон оф. Ты где-то в РБК, нахуй? Да. Прикинь, если бы это, ну, у тебя была бы такая суперспособность, чтоб ты мог бы это передавать пугам, даже если они не в ДИСе, ну... Информацию. Ну, прикинь. Такие сидят челики, блядь. Пиво пьют, блядь. Отойди ты отсюда, сука, блядь. Они пересрутся там нахуй. Ну да, жестко будет. А еще чтобы можно было ГП въебывать в других гильдиях, нахуй. С пугами пошел, готовься. Нахуярил МГП, блядь. И отменить никто не может, нахуй. И не срезается, да. Ну твои, блядь. Несгораемая, блядь. Ваша несгораемая сумма бесконечности. Ага, люди, которые с нами были с утра в РСК, вообще почему-то пролутали в жизнь, нахуй. Ой, меня жрут. Дал стан. Прикол. Сейчас кастанет нахуй, и мобы еще съедят. А нет, уже не съедят.
Хукмастер первый танчишь. Рыбу надо, нет, я хуй знает. А, похуй, вот рыбу. Отойди, блядь, сел на рыбе, блядь. Хурюк. И зорт. Вы тут? Так. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, блядь, у меня же какая-то чарка была, сука, я так и не поставил на ретрика. А, похуй. РТ4, по-моему, выбивать. Пора. Чё, я так понял, сейчас поменяли, да? Две споры не стакаются сразу, да, три. Да. Бегите. Теперь не поебланишь. А чё, кстати, на сорке общий сколько был? 330. Пойдёт. Почти 340. Много в мили, нет спор? Зачем две споры в мили? Крест, они все. Буря 3000 бьет, да я ты бал нахуй эту бурю, блядь. Че совсем ебанутые, блядь. Нельзя было нормальные цифры ретрику написать, ну. 3000. Так это не крит. Какой-то пиздец же, блядь. Нахуй мне такой не крит, блядь. Вот 27 тысяч, это другое дело. Усиленное. Ну, без понятно. Две подмили, вы че? Сколько у тебя кричат? А хуй знает, сейчас гляну. Четыре человека бьет вместо трех. Набрал. Как-то прикольно придумали, что это крылья дольше длятся, вообще интересно. Ну и каждая десятая секунда тройная буря. Угу. Это, конечно, на леди так мешает, блядь. Прям челики сразу ноги откидывают. У нас просто ДК с косой, нахуй, минус 10, как-то или минус 15 устроил, блядь. Был рейд и нету рейда, нахуй. Ну шо, 15, вот видишь, хуёвый дроп. Боешка. Сколько крита, ты сказал? Так, ближний бой, крита 46%. Мало. А сколько надо? У меня 60. Нихуя. Это в рейде. Ну да, в рейде 60. Ну вот, у меня в рейде сейчас 46. Это какую-то хуйню надо одевать, да, какой-то другой шмот. Ну да, желательно. Либо на ловкость что-то ставить пока. Все. Так. Инстиллер.
В рейде, да, 60. Кровь надо кому-то? Хукмастер, что ты будешь делать? Водить слизней или моба? Во время скидок никто не купился холод, что ли, из ДД? А хуй знает. Ладно, кровь осталась. Хукмастер, кого танчить будешь? Босса или слизь? Ну понятно, тогда бей босса, я повожу. Ранник готов, нет? Все готовы, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Нихуя, 42 тысячи буря ударила. Всегда бы так, блядь. А прикинь, у того Рена еще сверхусилие есть. Которое сотку критическому урону добавляет. Да, был бы этот урон критический еще 100%. Ну, ну там, там, видишь, если крита сработала, то нормальный дамаг. Пухнешь 3000, блядь. И бурю. Ну и да, все. Вот почему надо криты поболее. А слизня почти убили. Красиво, так, красиво, поймали? Да-да, у меня есть все. Там кот, что ли, есть? Да. Ну да, чё, блин. Поспали. Оп, объект. Они стакаются? Два объекта? 180, да. Их нельзя одеть. Понял. Я уже продался. Кто квест не брал, идите берите. Тебе точно надо злобное это говно? А может потом сдадим? Не-не, сдавай сейчас. Потом дебаф слетит и никто не сдаст. Так, как хорошо ничего лайпнемся на этом, на профе. Я хуй знает. Тебе на сову надо вообще объект? Ну, ты подумай. Самая бесполезная эстриня, которая может быть на сову. Так что, может не будешь брать или что? Ты уверен, что она тебе нужна? Не будешь или будешь?
Так, параша, блядь, я сам объект. Так, кто там дальше? Воля, наверное, лучше будет смотреться на сове. Воля, заебись, кстати. Дальше вон покемонич идет. Берешь, да, покемонич? Сове долгоног, труба. ТБЛ. Че, все квест взяли? Все, понятно. Так, запы. Спасибо за удочку. Че, никому не навалят ничего? Сейчас навалят, я подбегу, сейчас там, блядь, так навалят. Там же крудак, уже легкий дамский наруч дали. Ну, плечики. Потом догонят и еще раз навалят. Ебаните тут шкаф, сумунете. Блять, я уже убежал. Сейчас там раз наверну. Да не к этой хуйне, а сюда, к профу. А, вы на профи, ебаный в рот. А я на прицел уже побежал. Привык к Гере, да, уже? Не сагри ту ковальку, блин. Приключения мистери в целкам, блин. А я вижу, как я туда не сюда. Она заебалась уже за мной гоняться. Она говорит, да ну тебя нахуй.